четверг, 23 декабря, новый выпуск еженедельника «Волна». Что почитать? Проблемы коренного населения муниципалитета. Что обозначили в резолюции 30-й конференции Коми народа? Читайте на второй странице еженедельника. Глава муниципалитета подведет итоги года. Где, когда, как задать вопрос? Информация на четвертой странице газеты. 230 преступлений за неделю. Криминальная сводка на пятой странице. А еще мы съездили в Кожеву. Переправа же открыта. И посмотрели, как там готовится к Новому году. Наш фотоотчет на шестой и седьмой страницах. Где искать праздничное настроение и как? Мы спросили у печерцев. Впечатления неоднозначные. А на 10-й странице мы рассказываем, как можно получить приз от кабельного телевидения «Волна». Все просто. В Новый год идем просто без долгов. А на 11-й странице мы отвечаем на письмо читателя. Люди боятся бродячих собак. А на 12-й страничке дошколята рассказывают, как загадывать желания, чтобы они обязательно сбывались. Лично мы обязательно воспользуемся советом. Кстати, читайте новый еженедельник очень внимательно. Найдете синий штампик, обменяем вашу газету на наш подарок. На прошлой неделе никто не смог ответить правильно на вопрос детской странички. Не расстраивайтесь, конкурс продолжается. Дождитесь субботы и попробуйте еще раз. Как всегда, в номере кроссворд, сканворд, гороскоп и, конечно, тысячи объявлений. Чтобы купить что-то нужное, надо сначала продать что-то ненужное. И помните, а лучше запишите, наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.